Вот уже 17 лет, как в календаре знаменательных дат, появился один из главных праздников для всех нас – День Матери. Установленный по указу президента России Бориса Ельцина 30 января 1998 года. Весело по-праздничному отметили этот день в Центре традиционной культуры и народов России села Нурадилово. Здесь в Доме культуры имени Хампаши Нурадилова, учащиеся гимназии культуры мира имени Айнудина Адилсултанова, выступили со своей концертной программой перед большой аудиторией, в числе которых были и мамы учащихся, и сами учащиеся гимназии. Подготовили программу Марьям Тимаева, хореограф, Разет Дудалова, художественный руководитель, и Зуля Шаипова, учительница начальных классов. В этот день на сцене Дома культуры прозвучало немало песен и стихотворений, посвященных матери. Вела мероприятие руководитель хореографического ансамбля «Седарчи» Марьям Тимаева. Жизнь подарила, мир подарил.
все ему рады, конечно. Все, кто рожден по счастливой звездой и мамой опекой сердечной. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей школе проходит праздник, посвященный самой доброй, самой нежной и ласковой нашей маме. С днем матери вас, дорогие! Пусть этот праздник будет светлый, пусть, уходя, все печали и сбываются мечты. Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки. Мама – это самое главное слово. Мама – это слово, понятное всем людям Земли. Мама – самое близкое и дорогое слово. У каждого ребенка на Земле должна быть мама. У птиц и у зверей тоже есть мамы. Все мамы любят своих детей. Первый ребенок Бейсултанова Тандила. Мама – это слово дорогое. Мама – это счастье на земле. Мама – это все мое родное, яркий луч света в темноте. Мамочка милая, а мамочка наша милая, эти нежные строки тебе самой милой, самой добротой на этой земле. Разлуки и муки мам. Мама и любимая, родная, твой любовь в свете, дорогой, ты нас растила, понимал, за все тебя спасибо говорим. Мама, какое хорошее слово! Мама, всегда быть рядом готова, минуту несчастья всегда. Дорогие наши мамы, этот осенний день посвящен вам. Приходит праздник мам к нам дома. Желтеют последние осенние листья, просаженные в вазе на столе. И мороз рисует розы для нашей мамы на окне. Танец исполнения девочек 2 класса. Thank you.
бездарная, ладони счастья тебе подарю. Спасибо за все, я тебе говорю. Живи, улыбайся, невзгодам, годам. Заботы разделим с тобой пополам. Забудь о болезнях, тревогах забудь. Любовью осветим твой жизненный путь. Святое и благородное – это труд, но мамы благодарности не лжу. Ним дорого взаимопонимание, их трогает любое внимание. Без сна ночи твоих прошло немало, забот, тревог за нас не перетерять. Земной поклон тебе, родная мама, за то, что ты на белом свете есть. Мама, или солнечный свет, глядь чудесных ласковых глаз. Сохранит нас тысячу бед и поможет тысячу раз. Милая, родная, ненаглядная, ты попутный ветер кораблю. Мне бы быть только быть с тобою рядом. Ничего мне большего не надо, потому что я тебя люблю. Мама, сокровище наше бесценное, главный источник любви и тепла. Рады ее мы Точка опоры всегда неизменная, то, что всю жизнь, что ты нам отдала. Рады ее мы поздравить Дед Матери, высказав чувства их не сильнее. Как бы ни своей жизни не тратили, сердце всегда возвращается к ней. Слово «мама» рождается вместе с нами, и чувство любви к матери живет всегда. Место матери в нашей жизни совершенно особое исключение. Мы всегда несем ей свою боль и радость, и находим понимание. Мы вечно в неоплатном долгу перед мамой, чья любовь сопровождает нас всю жизнь. Девушки из дяди Юта. Капли разбивая о камни, и вдруг застыла над рекой вознесенная Всевышнего молитва. Словно раненые птицы кидались в воды телека дочери дяди Юта. Юные, чистые, гордые, вы смерть предпочли бесчестию и не смогли пораженные великим мужеством. Вырваться из плена пенных волн. Thank you.
песня о девушках из стадии Юта. И обрушился на землю ваш. Желаем счастья!
радости, любви. Сегодня нашей всей семьей мы отмечаем день большой. Доме добрыми делами занята, тихо ходит по квартире доброта. Утро доброе у нас, добрый день и добрый час. Добрый день и ночь добра, было доброе вчера. И откуда, спросишь ты, в доме столько доброты, что от этой доброты распускаются цветы. Рыбки, ежики, птицы, я тебе отвечу прям, это мама, мама, мама. Любит всегда, признаемся ли часто, нежно сердито в каждом из нас.
Каждый ребенок находит для мамы доброе, нежное слово. Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек. И звучит она на всех языках одинаково и нежно. Мама. Мама, бесконечная твоя доброта и забота не знает усталости. Материнской души и красоты не подвластна и невзгодам и старости. Пусть идут чередой года и ложатся морщинки упрямо. Будь здорова, мама, всегда. Будь счастливой, милая мама. Много мам на белом свете, всей душой их любят дети. Только мама есть одна, всех дороже мне она. Кто она? Отвечу я. Это мамочка моя. Любимая мама, тебя поздравляю. День матери, счастья, здоровья желаю. Всем ночам любви и мудрости причам. Свет добра и понимания, символ труда и созидания. День матери я вам желаю. Храни тепло души 100 лет, здоровья, счастья, без страданий. Прожить богато и без бед. Цветы к ногам приносят дети, за ласку и заботу их. Девичий танец, озорные девчата. Thank you.
даже погоду переиначим. Дел и дорог будет жизни немало. Спросим себя, ну а где им начало? Вот он ответ наш правильный самый. Все начинается с мамы. Адил Султана Валинда и группа Непоседа с песней «Моя мама лучшая на свете». Ты меня на свете нету.
К народиловцам приехали также и известные у нас в республике и за его пределами заслуженные артисты Республики Дагестан Латип Шарипов и Жамиля Индрибиева, а также дипломант различных смотров и конкурсов, молодой певец Рамзан Шарипов, которые тоже исполнили песни, посвященные мамам. Чао.
приглашаю также заслуженного артиста Республики Дагестан, а также артиста Чеченской Республики Латиф Шаипов. Встречайте! Yeah, I'm about.
Ата мені на що, маркала грезі,
Праздник, посвященный Дню Матери, прошел на высоком организационном уровне. Выступление учащихся доставило много незабываемых радостных минут всем, кто пришел в этот день в Центр традиционной культуры народов России насладиться концертной программой. Мы также поздравляем всех мам с их праздником Днем Матери. Желаем им здоровья, счастья, удачи, успехов во всем и, конечно же, благополучия в семьях.